Массовые протесты в Германии. 15 тысяч курдов вышли на улицы Дюссельдорфа в знак протеста против политики турецких властей. Люди потребовали от Анкары отменить запрет на деятельность рабочей партии Курдистана. Митингующие несли портреты задержанных активистов и скандировали «Остановите бойню в Курдистане». Обстановка на юго-востоке Турции обострилась 2 недели назад. Власти объявили комендантский час, ввели бронетехнику и спецназ. Только за минувшую неделю в ходе столкновений погибли десятки жителей. В разных городах то и дело вспыхивают акции протеста, которые разгоняют силой. В ход идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.